Приветствую вас. Я, конечно, не врач и ни в коем случае не претендую на врача, да, вот. Но мне кажется, что у вашей мамы есть некоторая патология в поведении, потому что мне кажется, что это явно за рамки выходит нормы, когда человек, как вы говорите, спит на стуле, да, и, собственно, все вещи завалены хламом и так далее. То есть это, ну, не очень хороший признак психологического состояния вашей матери, как мне кажется, к сожалению. Вот. В этой ситуации, при таком раскладе, мне кажется, выстроить отношения с вашей мамой будет проблематично, потому что у человека есть сложности с восприятием реальности. Вот, но если вам этого хочется, если вы хотите выстроить отношения со своей мамой, да, то совершенно очевидно, что нужно или сделать, вот, или создавать видимость того, что вы делаете то, что она хочет. То есть если делать вид, что вы делаете то, что она хочет, вот, то как бы ситуация будет, на мой взгляд, выравниваться. Ну, повторюсь, как бы это исключительно на вашу ответственность ситуация, да, потому что, ну, вероятно, вам придется довольно многим, я бы так сказал, жертвовать, потому что требования у вашей мамы к вам, очевидно, достаточно высокие. Вот. Такая вот история. Следующий важный момент — это то, собственно, что вас мотивирует на то, чтобы налаживать отношения с мамой, потому что, как я понял, они у вас, мягко говоря, не самые лучшие. Вот. И как бы вас обижали, вас отталкивали, вот, и в этой ситуации что вас мотивирует пытаться наладить контакт, особенно с учетом того, что у вас, в принципе, есть мужчина, и как бы у вас хочется верить, есть своя жизнь. Вот. Вы можете, конечно, совершенно справедливо сказать о том, что, дескать, ну, это же мама, да, и как бы я хочу наладить отношения, потому что она моя мать. Ну, тогда, если вы делаете это, условно говоря, если вы делаете это из любви, это прекрасно, это замечательно, достойно уважения. Вот, вы в целом производите впечатление такого достаточно мягкого человека. Вот. Это достойно уважения, то, что вы хотите сделать для своей мамы. Вот. Поэтому мне кажется, что вот единственное, что здесь можно, это постараться помочь ей в том, что для нее важно. То есть, ну, просто вот что для нее важно, вот, стараться этот момент
как-то реализовать, да, потому что, ну, это, по сути, единственное, что вы можете сделать в этой ситуации. Да, вот, потому что, ну, все остальное она, скорее всего, будет отвергать. Все остальное она, скорее всего, будет отрицать. И здесь как бы довольно такая жесткая позиция, скорее всего, будет вырисовываться. Потому что, ну, повторюсь, по моему мнению, здесь есть поведенческие и психические отклонения, патологии. Потому что это ненормально, когда человек там спит на стуле, да, и так далее. С этой явно, это явно выходит просто за пределы, как бы, норм. Вот. Соответственно, как бы пытаться поговорить сестрой было бы самая лучшая идея. Вот. Ну, самое здесь верное, наверное, это определиться вам со своей мотивацией, в первую очередь. То есть для чего лично мне, вот то, что я делаю, да, зачем лично мне, зачем наладить отношения с мамой. Вот же, что для меня значит то, что они меня оттолкнули, мама меня оттолкнула. Вот. И, соответственно, уже исходя из своего мотива, дальше двигаться. Вот. Мне кажется, это очень, ну, мне кажется, это наилучший вариант в этой ситуации. Вот. Потому что, ну, вашей мамы свой процесс, как бы, ее изменить без ее желания, возможности какой-то не представляется. Вот, поэтому, ну, ваши действия, ну, спектр ваших действий, вот, он довольно-таки ограничен, к сожалению. Вот. Такая вот история, в принципе. То, что я могу вам сказать. Очень, очень важно ограничить то, что вы хотите для себя в этой ситуации, и то, что вы хотите для мамы в этой ситуации. И не будут эти вещи. Вот. Потому что это может вам существенно помешать, как мне кажется. Вот. Вот примерно такой ответ я могу вам сейчас дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может служить началом вашей работы над собой.